Есть. Так и остался на ветке после выстрела. Фу. На вилке застрял. Снимаем наше добро. Ой, блин. Ой, как он застрял там. О, самец. Хорошо. Приветствую всех охотников и просто любителей поглядеть, как другие охотники бродят по лесу. Такие вот, как я, неутомимые. Ну, трудяги, можно сказать, сегодня, потому что первый мой рябчик, а хожу я уже где-то часа два, наверное. Да, около того. Такая получается охота сегодня, странная вообще. Ну, расскажу немного предысторию. То есть я два уикенда подряд, скажем так, ну, два раза вот до этого уезжал на охоту. Рябчиков, снег выпал по снегу, рябчиков вообще мало было. То ли вот первым снегом их прибило немножко, и они как не откликались ни на манок, ничего, притаились. Но все-таки я находил, и первый раз пару рябчиков видел, но отлетали сразу, прятались, не мог никого добыть. И второй раз тоже прошел очень большое расстояние, не мог никого добыть. Сегодня я приехал, сразу же вошел в лес, и рябчики кругом отсвистываются. Думаю, ну замечательно, сегодня без добычи не буду. Но, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Сколько я выхаживал этих рябов. На манок подлетают, но сразу в елку прячутся. У меня зрение не позволяет сразу вот зафиксировать. Ну, в общем-то, тут дело даже не в зрении. Просто рябчики, птицы тут довольно хитрые в данном районе. Где-то бывает и попроще их берешь. Сегодня очень тяжело было их взять. И постоянно, если подлетит, то сразу заныкается. И вот, слава богу, сейчас один отсвистывался рябчик. И я его увидел. Он сидел на, ну, в ольшинике, в таком черемушнике, ольшинник здесь. То есть, как раз то, что нужно. Вот в таких местах их можно разглядеть. Вот. А так, ельник темный, густой, ничего не видно. Вот, ну, слава богу, вот один самец. Видите, такая черная бородка. Замечательно. Ну, сейчас еще, конечно же, поброжу. Сегодня в планах-то походить у меня. Может быть, целый день даже, если получится. Вот, но очень трудно, конечно, взять рябчика. Фух. Откликается. Тут целый выводок рябчиков. Они все разлетелись в разные стороны. И вот только ближе к краю, получается, мне повезло. Потому что здесь березняк, ольшинник и черемушник. Ветки голые, птицу видно. Вельники бесполезно, там темно. Хотя рябчики там хорошо прячутся. Иной раз сядут над головой, ну где ты его разглядишь в этом лапнике еловом? Невозможно. Фух. Вот здесь ручей разыгрался. Снег, который навалил 10-сантиметровый, весь за два дня растаял. Ну, вот остатки здесь есть, в тени, в елках. И ручьи снова болотные хлещут, как весной. Вот здесь очень много рябчика. Он свистит, пересвистывается. Но здесь его взять невозможно, практически. Не знаю, может, какой-то охотник со сверхспособностями, но для меня лично это трудно. И они перелетают, сразу же садятся в елку. Проходишь, в кроне елки они прячутся и даже могут не вылететь.
Хотя пересвит стоял только что добрый, потому что они мне откликались. Наверное, надо все-таки выходить и какое-то редколесье искать. Пусть там их будет меньше, но зато надежнее взять. Своеобразный стол у меня. Настало время перекуса. Сейчас я вернулся на то же место, откуда начал сегодня охотиться утром, и где обнаружил неплохой выводок грибов. Одного вот взял. И поэтому сейчас сделал круг, большой такой круг, не знаю, километр, может, 3 я прошел. Вот, по таким балочкам, распадкам. Где-то встречались рябчики, но тоже перелетали, сразу в елки прятались. Не удавалось взять. Да, погода тоже меняется через каждые полчаса. То солнышко выйдет, то снег, и даже дождь был чуть-чуть. Нет, решительно невозможно преследовать рябчика в этом ельнике. Перелетает, порхнет метров 50, пролетит, сядет. Естественно, ты не видишь, куда он сел. Идешь, он опять из-под тебя улетает. Вот так вот, такая охота. Охота подошла моя к концу. Если так проанализировать, что было сегодня за этот охотничий день, то, в принципе, можно сказать, что возможностей было у меня предостаточно. Да. Предостаточно. Но надо сказать, что рябчик сегодня был хитер, как никогда, и осторожен. Жить хочется птичке, это понятно. Нам, охотникам, хочется добыть эту маленькую, но вкусную, ценную птичку. Кстати говоря, больше всего, вот по статистике, к началу 20 века били для ресторанов Москвы и Петербурга именно рябчика. Не косача, не глухаря, а рябчика. Не только били, ловили петлями разными другими приспособления, какими ловят рыба. Но вернемся к моей охоте, да? Вышел я сегодня прямо на выводок. Рябчики свистят везде, но очень осторожные и хитры, сразу замолкают. Тем более, если где-то что-то хрустнет, подходишь, как слон на водопой, с грохотом. Хотя уж стараешься по минимуму, чтобы эти звуки были, но куда без этого. Они, лесные жители, все секут сразу. Так вот, было у меня сегодня возможности, и помимо этого рябчика две, как минимум. В общем так, а набродился я сегодня от души, ребята. Надышался сырью этих ельников. Вот, сегодня еще день такой влажный. Снег весь растаял, листва все влажное. Но рябчик сегодня был живой. Он везде подсвистывал, но подлетал как-то вот не везло мне то, что если подлетает, то обязательно садится с другой стороны кроны елки. Сами посудите в елке, попробую его разглядеть. Нереально. И заяц сегодня выбегал на меня. Я стоял как на номере. Он пробежал в метрах 25 от меня. Белый, тихонечко так, вальяжно. Собаки в полукилометре лают, он их перехитрил, очевидно, и прошел. Потом выстрелы я, правда, слышал. Не знаю, по зайцу или нет. Может быть, какой-то охотник его и взял. Но я его трогать, разумеется, не стал, потому что не моя добыча. Кто-то его там вел. Охотник какой-то гнал. В общем, всем пока. Сейчас дотереблю рябчика и домой. Немного грустно, что один рябчик на стол. Не с чем, как будто и этого маловато, да, для того, чтобы приготовить что-то из него. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Хотя бы одного взял.